несколько слов перед тем, как рассказать о своих впечатлениях, и несколько слов расскажу для новеньких, что же такое компания XS Marketing. Прежде всего, это компания интернет-провайдер, да, это интернет-провайдер, и это место XS, где люди со всего мира могут общаться, прежде всего, да, где люди со всего мира могут играть в игры разные, да, где люди со всего мира могут заниматься поиском. Но вы мне скажете, это можно и в других компаниях. Разница лишь в том, что у нас за это будут платить, начиная вот после этой конференции. Платить деньги. Где вы видели, чтобы люди за то, что общаются в чате, им платили? Они должны платить, да? Где вы видели, чтобы люди за то, что играли в игры, им платили? Где вы видели, чтобы люди за то, что занимаются поиском в интернете, а сколько люди ищут в интернете, некоторые ищут сутками, им платили. И плюс целый ряд интернет-продуктов. Их будет очень много, этих продуктов. И если чего-то не будет в какой-то момент, то будет в следующий момент. Да? И сегодня я об этом немножко расскажу. Да, немножко расскажу. Если вы захотите более подробно получить информацию о наших продуктах, о нашей компании, вы можете спросить у того человека, который вас пригласил, это раз. И во-вторых, у нас есть линки специальные, на которых выложено порядка 70 видео, и вы можете получить практически полную информацию, не выходя из своей квартиры. Итак, о Лас-Вегасе 2013 года, о конференции, которая прошла несколько дней назад. Я вам даю самую свежую информацию, которая только была, которую я только получил этой ночью фактически. Этой ночью все было сделано этой ночью, потому что я вернулся из Лас-Вегаса несколько дней назад. Итак, конференция прошла в Лас-Вегасе в прекрасном отеле Белладжио, да, кто знает этот отель, это один из лучших отелей в Лас-Вегасе, и Лас-Вегас нас очень тепло принял, это прежде всего очень-очень теплый, красивый, приятный город, в котором, как я всегда говорю, каждый человек обязан быть ежегодно, потому что это поднимает настроение, потому что это помогает сконцентрироваться, создать себе цели, которые нужно поставить перед собой, потому что, вы знаете, как говорят великие философы, тот, кто не имеет целей, не имеет планов, тот, собственно говоря, ничего не имеет в жизни. Да, это закон. Это очень красивый город, все оборудовано, обставлено, везде праздник, праздничное настроение, поэтому Лас-Вегас просто сам по себе поднимает настроение, мотивирует и хочется работать. Приняли нас очень, так сказать, гостеприимно, к каждому человеку отнеслись очень внимательно, каждый человек был принят, зарегистрирован, оформлен, каждый получил подарки разные, да, целый ряд подарков, в том числе и фирменные там маечки, каждый подбирал себе размеров, которые хотел, тут же работал фотограф, тут же, значит, нас фотографировали, короче, приятная, радостная атмосфера, ну и что немаловажно для тех людей, которые не знают русский язык, английский язык, было все подготовлено для перевода на тот язык, который нужен, да, если на русский, значит на русский. Все наши гости получили специальное оборудование для того, чтобы слушать на том канале, на котором им хотелось бы слушать, да. Комнаты оборудованы прекрасно, прекрасный отель, прекрасный вид, я, видите, даже снял, извините, заражение в туалете, да, тоже туалет оборудован очень красиво, да, очень красиво, приятная атмосфера, и вид из окна тоже способствует улучшению рабочей обстановки, и сама конференция проходила в прекрасных залах, да, в прекрасных залах. В одном зале мы там завтракали, обедали, в другом у нас проходили конференции. Конференция проходила в прекрасном зале.
Все было оборудовано очень красиво, торжественно, и все проходило в очень приятной обстановке. Была даже организована трансляция. Вы знаете, что нас слушали и смотрели в какой-то момент 35 тысяч человек, да? Что тоже, так сказать, приятный момент. Выступил на конференции основатель компании Стив Реннер. Да? Мы знаем Стив Реннера как умнейшего человека, благодаря которому свершилось то, что свершилось, да? То, что мы с вами имеем. Выступил президент компании Боб Кинсела. Это тоже один из ведущих специалистов компании, благодаря которому тоже то, что происходит, благодаря этому человеку. Конечно, выступили в компании специалисты, наш технический директор. Я думаю, что то, что произошло за последний год, это благодаря этому человеку. Он перевел наши все продукты совершенно на новый уровень. И вы знаете, что, как я всегда это говорил, что с сентября этого года, после Киевской конференции, я делаю отсчет в Аксессе, фактически, вот со дня Киевской конференции. Потому что развитие пошло, ну, просто молниеносное, да, просто невероятное. Конечно же, выступил Питер Волт, наш корпоративный консул, адвокат, специалист, да. Мы много-много-много говорили, да, о нем. Это человек, который нас везде, так сказать, он нас представляет наши документы. Это человек, который нас всегда защищает, да, потому что всякая компания должна иметь сильную защиту и не только, так сказать, концентрироваться на, так сказать, продуктах. Ну и новинка компании, я думаю, что это один из, мое впечатление, что мы сегодня имеем одного из самых лучших специалистов в мире. Это Субаш, программист, он ветеран Силиконовой долины. Вы знаете, что в Силиконовой долине самые лучшие специалисты-программисты, да, собраны, и ведущие компании собраны в этой долине. Он имеет 30 лет работы, да, достаточно назвать несколько компаний, как IBM, да, Oracle, Disney, Yahoo. Он исследователь телекоммуникаций в Канаде, магистр наук в сфере инфоинженерии. И я думаю, что благодаря этому человеку у нас в ближайшие годы произойдут вообще серьезнейшие сдвиги. Но вы знаете, что цель компании стать провайдером номер один в мире, да? Номер один в мире. Высокая цель, но я думаю, что так оно и будет. А почему? А потому что никто в мире не предлагает продукты, никто в мире не предлагает те возможности, при которых люди не просто платят деньги, а при которых люди могут зарабатывать. Такого еще не было никогда. Конечно же, выступил финансовый директор компании Amy8, да, потому что это наши деньги, это наши финансы, и как она сказала, что наши финансы в надежных руках, да, она контролирует каждый выплаченный доллар, и она сказала, что все в компании платится в соответствии с правилами, законами и инструкциями компании. Конечно же, выступил Дэвид Ларсон, это наше доверительное лицо компании. Я напомню, что кроме тех денег, которые мы зарабатываем и кладем себе в карман, у нас еще есть акционерные деньги, которые вступят в силу, когда компания выйдет на IPO. Дэвид Ларсон – это человек, доверительное лицо, который контролирует поступление этих денег на личные счета каждого человека, и выступление этого человека было принято очень громкими аплодисментами. То есть наши акционерные деньги, да, они тоже в надежных руках. Конечно, как я сказал, была трансляция на разные языки. Вот вы видите русскоязычных два переводчика, которые переводили на русский язык, да, это наш суппорт. Познакомьтесь, Неля,
вы знаете ее, как один из представителей, который отвечает всегда на вопросы, и Ник тоже наш представитель нашей русскоязычной команды поддержки. Как я уже сказал, была трансляция, и многие могли видеть эту трансляцию по компьютеру в прямом эфире, и, конечно же, все проходило в замечательной дружеской обстановке, фотографии на память, для, так сказать, для бизнеса фотографии, потому что у нас бизнес, который нужно показывать, да, который нужно демонстрировать. Это вы видите, как мы, наши гости, все и отдыхали, и обедали, и завтракали, и ужинали, и развлекались, да, то есть завтрак и еда была везде, даже во время конференции у нас были и соки, и напитки, и разные там вкусные там печенье и прочее. Как я, как сказал один человек, мы, говорит, обедаем и завтракаем один раз в день, кушаем, да, с утра и до вечера, только один раз. Ну, так получалось, постоянные завтраки, обеды и постоянные перекусы. Кто хотел, тот, конечно, мог очень хорошо поправиться. То есть нужно было себя очень сильно держать в руках. Конечно, много фотографий, много впечатлений, много развлечений, много всего интересного. Я вам скажу, что еда даже преследовала нас, когда мы просто были в комнате, да? Просто в комнате, когда у нас были какие-то небольшие встречи, случайные организовывались в комнате, да, в отеле, и даже там организовывали какие-то выпивки, да, какие-то удовольствия, потому что очень было хорошее настроение у всех, и всем хотелось пообщаться, и тут же организовывалась опять еда, опять закуски, опять выпивки, опять фотографии, опять вино. Ну, в общем-то, я вам скажу, что это интересно, фотографии на память, и, конечно, даже приезжали к нам артисты, да, артисты приезжали. И вот вы видите, артист, который похож на Обаму. Я вам скажу, многие восприняли его как настоящего Обаму, да, и некоторые даже меня спрашивали, это настоящий Обама? Я говорю, конечно же, настоящий, ты что, не видишь? Да, настоящий Обама, настоящие гости. Очень-очень-очень все было интересно. Интересно и шоу, и вот вы видите нашего самого-самого верхнего спонсора Энди, да, который имеет номер 4, да, можете себе представить, у него 4 номер. То есть они когда-то записались давным-давно, самый первый день, когда только сформировался наш Access, это было в 2008 году. Кто хотел, мог сделать фотографии на память, и с президентом, и со всеми фотографировались. Очень доброжелательная обстановка. Я вам скажу, что во многих компаниях для того, чтобы сфотографироваться с президентом, это нужно, ну, заслужить. Здесь же все, кто хотел, все, кто приехал на конференцию, имел возможность сфотографироваться друг с другом. То есть очень такая доброжелательная атмосфера. Конечно, у вас Вегас, салюты, фонтаны. Все это очень и очень и очень красиво. Ну и, конечно, все это в преддверии Нового года, елки, развлечения, казино, да, казино, игры различные. Но, конечно же, это и серьезная работа, да. Мы приехали прежде всего, чтобы получить серьезную работу, научиться. И мы знаем, что интернет наш, мы уже... Компания существует с 2008 года. С 2008 года мы уже занимаем, люди многие занимаются этим маркетингом. И вы знаете, как все в интернете меняется. Все меняется очень сильно, очень сильно. Нужно сказать, что присутствовали на конференции люди из разных стран. И приехали из Азербайджана, да, наши русскоязычные, из Казахстана, из Венгрии, из России, да, Австралия, Германия, Сингапур, Малайзия, Китай, Филиппины, Тайвань, Япония, Канада, да, США. То
То есть очень много-много разных представителей. Я вам скажу, были подведены итоги. Если вы помните, за 2012 год у нас было выполнение порядка 100 миллионов. Ну, я вам скажу, приятные цифры были объявлены. 2013 год ожидается 250 миллионов долларов оборот. Вы можете представить, более чем в два раза увеличение. Это огромные цифры. И я вам скажу, компания взяла направление на 2014 год 1 миллиард оборот. 1 миллиард. Причем цифры эти реальные. И каждый сможет создать для себя план. И если сегодня у нас подписчиков примерно чуть больше, чем 300 тысяч номеров, да, то к 2014 году, к концу 2014 года ожидается 1 миллион. 1 миллион человек. Это очень серьезные цифры. Ну и хорошая цифра, что в этом году, если в прошлом году была дополнительная прибыль в конце года, дополнительная 1,5 миллиона, да, это наша акционерная прибыль, которая разделена между всеми теми, кто будет участвовать в акционировании. Да, вы помните, что у нас есть такие деньги, было разделено 1,5 миллиона, то в этом году будет разделено 5 миллионов. Примерно ожидается такая цифра. Это очень серьезные моменты. Вы знаете, что за акционерные деньги можно будет приобрести акции по сниженным ценам. По сниженным ценам. Поэтому вы видите, да, вы прочитали на слайде, что ожидается 2 миллиарда мобильных сайтов, и это будущее. Я уже сказал, что мобильных сайтов будет более 2 миллиардов. Ну и, конечно, Ючат. И вы поймете, почему. Вы скажете, ведь много есть чатов. Но ни в одном чате вам не платят деньги за то, что вы пользуетесь этим чатом. Ни в одном. И я вам скажу, Ючат выходит на первое место. И продукт этот бесплатный. Бесплатный. Итак, что же новое сделано в компании Access Marketing? То, что мы сейчас, после этой конференции, все с вами будем связываться. Первое. Новый продукт AdWizard. Что это такое? Вы знаете, что компания Access Marketing – это рекламная компания. И у нас сейчас новая реклама выходит. Мы сможем на новом сайте делать рекламу. И эта реклама, если раньше она доводилась до страны, да, вы помните, мы делали рекламу и делали ее, писали страну, там Россия или там Украина или Канада, то сегодня мы не просто до страны, у нас сделан геотаргетинг, и сегодня мы доводим до каждого города, и, слушайте внимательно, не просто для каждого города, а от центра города, от точки центра города есть 3 радиуса, мы можем делать до 10 километров приблизительно, до 20 километров радиус и до 100 километров радиуса. Мы выбираем, в каком месте города мы хотим сделать рекламу. Супер! В принципе, можно было бы закончить сегодняшнее выступление, потому что этого нам было бы достаточно, чтобы создать просто состояние, финансовое состояние. Но у нас есть другие вещи. Вводится новый Webcast Pro. Вы сейчас меня видите по вебкасту, да? И, в общем-то, неплохой вебкаст, и мы им пользуемся, слава Богу, пользуемся уже 5 лет, да? Но это уже прошлый век. Вы знаете, с помощью этого старого вебкаста построены огромные сети. Я вам скажу, у нас есть люди, которые сегодня нас слушают, у которых сети по 30, 40, 50 и 60 тысяч человек. Но новый вебкаст – это просто сказка. Почему? Потому что вы можете делать все, что хотите в этом вебкасте. Во-первых, новая high definition видимость и качество. Вы можете на этом вебкасте создавать конференцию просто 10 человек и видеть их, и общаться, как будто вы сидите за одним столом в высочайшем качестве. Вы можете делать очень много операций, вы можете приглашать людей, вы можете давать людям скачивать
вы можете тут же делать рассылки, вы можете удалять людей, да, если кто вам что-то делает не так. Поэтому будьте теперь все внимательны. Вы можете смотреть, следить за опоздавшими. Причем вы можете удалять людей, скажем, просто на один раз. Можете удалять на 24 часа, а можете удалять навсегда. Вы можете показывать разные видео. То, что, так сказать, всегда у нас были какие-то сложности с показом видео. Вы можете тут же работать в интернете, в прямом эфире. Вы можете делать столько всего, что мы посвятим целую лекцию этому вебкасту. И я вам скажу, я уже имею этот продукт. И я в следующий раз, я выйду в эфир уже с нового вебкаста. И для того, чтобы вам зайти будет на конференцию, запишите, пожалуйста, этот линк. Нужно будет набрать этот линк и внести свое имя. Я думаю, что этот продукт будет один из самых-самых интересных, потому что мы его видим сразу, да, мы его можем использовать в ту же секунду и в ту же секунду извлекать из него пользу. В ту же секунду. Потому что его круг применения просто бесконечный, да, этого подкаста. Я думаю, что его нужно практически каждому человеку. И что очень важно, его легко будет продавать. И у нас вводится новый вид дохода, как доход от розничной продажи продукта. Потому что та цена, на которую стоит этот вебкаст, я думаю, что это просто каждому она доступна. И главное, что мы с вами будем зарабатывать. Вводится новый сайт-билдер. Я вам скажу, что просто новый век, новые технологии, все методом перетаскивания, да, все очень просто. Готовые тексты перебрасываем одним передвижением мышкой, готовые фотографии, готовые линки, готовые баннеры, ну просто супер, да, просто супер. Мы долго-долго ждали этого продукта. И, что главное, мы сможем тоже зарабатывать. Вводится V-Local, новый Access Local. Local, то есть люди, бизнесы смогут делать себе рекламу. Сейчас начнется просто ажиотаж по использованию этого продукта. Потому что это продукт для маленьких и средних бизнесов. А бизнесов вокруг нас, ну, вы сами понимаете, поверни голову, везде бизнес. Бизнес-листинг. Вы можете использовать различного рода листинги, да? Вы можете использовать, послать информацию, делать рекламу. То есть бизнесам нужно делать рекламу о себе. Обо всех этих продуктах мы будем говорить очень и очень подробно. И будем изучать очень-очень скрупулезно, потому что это новый век. Новые продукты, и главное, что они сделаны совершенно в новых технологиях. Очень и очень просто. То есть не просто-просто, а совсем просто. Совсем просто. Бизнес-листик, он рассчитан на разные категории. На basic, на больших бизнесменов, на маленьких, на будущих. То есть то, что хочет показать о своей рекламе. Кто, так сказать, чего хочет, тот то и получит. Ну, конечно же, классифайт. Мы можем все продать, можем что-то купить, можем что-то предложить. И это тоже огромный успех нашей компании, что вышли эти продукты. И, конечно, events. Events – это встречи. Каждый может запланировать какую-то встречу, разместить ее с картой, с подробным описанием, о чем встреча, зачем встреча, и люди смогут это получить и увидеть. Любые встречи, любые там концерты, все что угодно можно прорекламировать. Ну и, конечно же, Access Local Deals. Мы все любим с вами скидки, да? Мы все любим хорошие дилы, хорошие результаты, да? Хорошие... Сэкономить деньги, да, неважно, кто сколько имеет, каждый любит сэкономить. Сейчас в Канаде как раз вот проходит такая Black Friday, называется, и в Америке тоже,
Вот целая неделя это примерно будет. Ну, цены просто ошеломляющие, да, ошеломляющие там. Телевизоры там 40 инчей по $90 просто и другие. И люди просто, ну, просто не знают, у них денег не хватает, чтобы все купить то, что делается предложение. Это все local deals. Оно не бывает постоянно, но когда это есть, те компании, которые хотят это прорекламировать, они сегодня имеют возможность это сделать success с нашей компанией. Ну и на все, конечно, есть цены. Можно зарабатывать на ритейл-плане, да, на личных продажах, на персональных продажах, на командных продажах, на команды. Представьте себе, это будет просто бомба среди ясного неба. Да, ясного неба. Но представьте себе, когда ваша команда продала, и вы получили процент, ну это просто, просто убивает. Да. Когда человек продал, получил процент, но когда команда, и это справедливо, потому что команда создана благодаря вам. И компания взяла сегодня не MLM направление, не MLM компания, а технологическое направление. Технологическое направление. И за реализацию технологических продуктов наших, как Access Mobile, это один из самых передовых продуктов. Самых передовых продуктов, потому что будущее это только мобильные телефоны. Даже не компьютеры, а мобильные телефоны. И никто этим не занимается, кроме нашей компании. И сегодня ведущие специалисты, 25 ведущих программистов получили задание сделать то, что люди захотят через полгода, год. Вы понимаете, о чем идет речь? Не то, что они хотят сегодня, а то, что они захотят через полгода, год и два, и три. Гуглу это уже не надо, Яху это уже не надо, другим большим компаниям это уже не надо, они уже большие, уже большие. А когда люди получат то, что им надо, и за это они еще получают деньги, и могут стать владельцами этой компании, да, владельцами, потому что многие из нас становятся владельцами компании, мы будем иметь частичные акции. Сегодня наши акционерные деньги, компания, когда выйдет на фондовую биржу, мы автоматически акционерные деньги превратятся в акции. Причем по сниженным ценам, как я уже говорил. Это значит, что многие будут владельцами компании. Представьте себе сегодня, скажем, кому-то из вас иметь кусочек Гугла, маленький, небольшой. Для этого надо было 25 лет назад принять решение, дорогие мои. Как один говорит, да, сегодня Макдональд хорошо бы купить. Он в 67 году стоил $800, а сегодня он стоит 2 миллиона. Но увидеть надо было в 67 году это. Вебкаст мы будем с вами продавать и зарабатывать. Причем обратите внимание, для всех категорий. Для всех категорий. У кого маленький бизнес, у кого побольше, еще побольше, и у кого огромный бизнес. Комната протестирована на 8000 человек. Да, 8000 человек может одновременно зайти в комнату. Разве это не фантастика? Абсолютная. Но что самое главное? Самое главное, вы знаете, что есть другие комнаты, да, других компаний. Я вот полгода пытался изучить. Компания, по-моему, Valve называется, вроде неплохая комната. Но разобраться невозможно, никто ничего не знает и никто не может объяснить. Здесь я разобрался в течение 2 часов. Мне объяснили в течение 2 часов. Я получил полную информацию об этой комнате. И что главное? Главное, что у нас мы будем обучать, как пользоваться этой комнатой. Каждого обучим, абсолютно каждого. Кто захочет это сделать, да? Нельзя научить человека, который не хочет ничего делать, да? Сначала должен быть готов ученик, тогда появляется учитель. Бизнес-листинг, да? Бизнес-листинг, цены, да? Мы будем во всем этом говорить подробно. Сегодня у меня нету цели подробно говорить. Сегодня у меня отчет о конференции. Я вам просто напоминаю. Цены на построение сайта. Это просто фантастика. Сегодня люди могут зарабатывать просто на этой одной позиции. Ходить и делать всем бизнесом сайты. В новой программе, да? В новых технологиях.
Это просто, вы посмотрите, сколько видов дохода сегодня можно себе создать. Игры, просто игры, бесплатные игры. Да, вы знаете, что создана программа, которая называется Sushi Warrior или Воин Суши, да, Воин Суши, где бесплатно играя, ваши дети играя, будут зарабатывать деньги. Да и вы сами можете играть. Всегда за игры платят. Здесь, играя, платят вам. Разве это не весело? Обратите внимание, практически все продукты компании за то, что вы будете пользоваться поисками, там, развлечениями, встречами, да, скайпом, фактически наш ючат, это тот же скайп, да, только в скайпе вам не платят. Не платят. А здесь вам платят. И это все у вас на мобильном телефоне. На мобильном телефоне. А будущее вообще просто то, что запланировано, то, что запланировано, что наши имейлы будет выгоднее посылать просто через чат. На чат. То есть имейлы не нужны. Имейлы теряются, они попадают в спам. На чате вы их имеете в реальном времени, в ту же секунду, когда он выслан. Подумайте просто, о чем идет речь. И, конечно, наш ючат. Ючат, где мы можем общаться. Причем мы можем передавать информацию просто сообщениями. Можно голосовую информацию передавать. Можно передавать видеоинформацию. И можно просто разговаривать в эфире вместо телефона. И это все у вас. Вы видите, с кем вы говорите, вы можете одновременно разговаривать с целым рядом людей. Ну, по-моему, фантастика. И все это на мобильном телефоне, где видно все хорошо, да? А не так, если вы соединяетесь сегодня на мобильном телефоне, и вы видите только один, ну, чтобы не сказать грубо, да, один какой-то кусочек кожи, торлячок. Радостная новость для всех, кто не имеет виз, да, кому сложно проплачивать, создан UnionPay. Долго это готовилось, и, наконец, это одна из самых больших кредитных карт, да, онлайн-кредитных карт и в Китае, и еще 150 стран. И две хорошие новости. Первое, мы переезжаем, уже переехали вчера, да, вчера мы переехали, меня пригласили на открытие, но, к сожалению, много всяких переездов, я не полетел в Миннеаполис. В Миннеаполисе открывается новый офис, да, кто был в старом офисе, он помнит, он был неплохой, да, неплохой, но он уже старенький, да, все, так сказать, совершенствуется. Мы переезжаем в новый фешенебельный корпус, да, через дорогу от нашего старого корпуса, фешенебельный, 15 тысяч скверфит или 1500 квадратных метров. Я думаю, это тоже наш престиж, это наше лицо. И второе, мы переезжаем, наши программисты, специалисты в Силиконовой долине, переезжают в новый технологический офис напротив Oracle, через дорогу от Oracle, да? И это тоже замечательное событие компании Access Marketing. Итак, подведем итоги. Что же у нас нового? У нас новый ючат, у нас новые розничные планы на наши продукты. У нас есть. Это дополнительно к тому, чтобы мы с вами зарабатывали по тем видам дохода, которые у нас есть. Я вкратце напомню, это комиссионные от продажи наших пакетов, это лидерские бонусы, президентские бонусы, королевские бонусы. Это лаптоп-бонусы, это наши шеринг-программа от ежедневной прибыли, это наша программа от прибыли, которую мы получаем в конце года, и дополнительно вводится, об этом еще никто никогда не знал и никто никогда еще не получал. Буквально в ближайшие несколько дней эти планы появятся у нас в компьютере, и мы сможем их пользоваться. Причем все это будет в разделе «Купи продукт», где просто будет зайти, записаться и продать.
люди, которые не хотят записываться, они просто смогут купить продукты. Им не нужно быть, не обязательно быть членами компании Access Маркетинга, да, не обязательно, они могут просто покупать продукты. Итак, напоминаю, ритейл-план – это новое, это розничный план продаж, новый веб-сайт. Я, кстати, не сказал, что у нас новый веб-сайт, вы можете уже зайти, он уже работает, где все в картинках, где все в одном месте, где не надо будет заходить в разные места с разных сторон, где, ну, просто, по-моему, сегодня новый веб-сайт – это мечта всех, хотя старый, в принципе, был неплохой. Это новый вебкаст WebGram, да, платформа игр, целая платформа, сегодня у нас одна игра, Various Sushi, и можно, как я уже сказал, зарегистрироваться, просто сделать регистрацию с любого места. Можно сегодня, мы имеем сегодня New Wizard, да, новое рекламное приложение, абсолютно новое, где есть геотаргетинг, да, мы можем дойти до каждого города, и не просто города, а до какой-то конкретной точки в этом городе. И, конечно, новые Access Apps, да, это где мы можем загружать на наш мобильный телефон, и Local Business Listing, Classified, Event и Deals, да, и Deals, то, что мы с вами сейчас пробежались. Ну и, конечно, будущее просто невероятное. У нас в начале следующего года выйдет продукт какой-то, сказал Стив Реннер, но не сказал, какой продукт, но сказал, этот продукт вообще переведет сознание во всем мире. Во всем мире. То есть это будет что-то такое, где каждый человек в мире, каждый человек должен быть радостный, когда он об этом узнает. Значит, задача наша, что? Довести до этих людей, и чтобы это было желательно через нас. Да? Когда это расскажут другие, то вы как бы в стороне. Что с того, что сегодня Google хорошо живет, вам от этого, ну, конечно, приятно. Здесь же у нас, если кто-то работает лучше, сегодня китайская группа работает лучше нас. Как вы думаете, мы обижаемся? Нет. А почему? А потому что они для нас зарабатывают премию, которую мы получаем ежедневно. И вы видите, эта премия растет. Мы тоже лучше работаем, стали лучше работать последние несколько месяцев. Но азиатская группа лучше, чем мы работаем. Это надо признать. Когда-то, говорил Сирена, вы были лучше. Все идет вот так, знаете, по синусоиде. Сегодня они лучше, но мы рады от того, что они лучше. Потому что часть от того, что они зарабатывают, мы с вами, каждый из нас получает ежедневно. Каждый, вот уже сегодня, уже 164 человека, да, 164 человека. Будущее, это направление, мобильное направление, продолжает быть мобильным, чтобы все, в кармане достали мобильный телефон, и вы все могли сделать. Чат будет совершенствоваться, как я уже сказал, но много всего хорошего придет, да? Рекламная платформа будет совершенствоваться, но много всего хорошего придет, да? И там и баннеры, и поиск мобильный, и прочее. Много всего, об этом мы будем говорить потом. Нет сегодня времени об этом говорить подробно. Но это уже запланировано. И это под контролем. И приятно сказать, что в Лас-Вегасе раздавали ключи. Да, это было настоящим сюрпризом. Я думаю, что если бы многие из нас знали бы об этом, да, из тех, кто сегодня слушает, они бы, конечно, эти ключи получили бы легко. То есть достаточно было просто чуть-чуть лишних движений, да. У нас сегодня есть Black Diamond D1, а Black Diamond 3 получает подарок, и в Лас-Вегасе их просто раздавали, да, раздавали эти ключики от прекрасной автомашины под названием Mercedes-Benz. Хотя как Black Diamond 4, 3
и сам себе может купить легко несколько мерседесов, да, от зарплаты. Но когда тебе дают его в подарок, это вдвойне приятно или втройне. Приятно, да, вдвойне. Я рад за тех, кто получил эти мерседесы, и надеюсь, что в 2014 году мерседесов русскоговорящая улица получит много, много. Надо только наметить план. Можно ли это сделать? Абсолютно. Я вам скажу, я встречался с многими людьми, которые сделали это за один год. За один год. И вы знаете, я сделал вывод. Если взять одно достоинство, почему нужно заниматься аксессом, то ответ один. Потому что сегодня только в аксессе можно за один год стать миллионером. Заметьте, законно, легально и официально, работая в надежнейшей компании в 2014 году. И это главная мысль, которую я хочу передать всем тем, кто меня слышит. Потому что 164 человека, которые получили эту информацию сейчас, они могут быть легко награждены Мерседесом на Лас-Вегас 2014 в ноябре 2014 года. Если они этого хотят. Но, как я уже сказал, хотеть – это не просто хотеть, нужно под это желание создать план, реальный план. А реально нужно подготовить 3 человека под собой, которые заработают приличные деньги и станут Black Diamond'ами. То есть нужно вырастить 3 Black Diamond'а под собой. Это легко, если вы изучите этот план. Потому что я встречался с огромным количеством людей, которые это сделали за один год. Почему? Потому что у нас много всего такого, с чем можно это делать. Нужно только захотеть. И я уже такой план для себя составил, да? То есть, хотят или не хотят, вот я сейчас 3 человека, готовы быть то, что мы не получили по Мерседесу, это значит, что у них должно быть по 3 человека. Значит, 9 человек мы готовим в Black Diamond. Однозначно, да, однозначно. Каждый должен подготовить себе такой план и начать работать вместе с нами. Если он это хочет. Если он не хочет, ну, дело личное. Конечно, были развлечения, празднества, веселье, да, все было красиво. Видите, и девочки красивые к нам приехали, и каждый с ними мог сфотографироваться. И это, по-моему, тоже бодрит, да, бодрит любого. И показывали фотографии, да, фотографии и... В общем, было очень и очень серьезно. Даже, видите, вот, видите, нашу букву красную, белую букву А, это наш символ, аксесс. Видите, даже вот, похоже на Майкла Джексона, приезжали артисты, и обратите внимание на вид в окне. То есть все это в хорошем месте, с хорошими людьми, да, с хорошими приятными людьми. И, конечно, были приятные шоу даже. Я видавший в виде шоу, да, меня удивить вообще тяжело в этой жизни чем-либо, но то шоу, что я увидел на этот раз, я был очень сильно поражен, да, очень поражен. Это вода, это люди, которые прыгали с огромной высоты, и это все в виде спектакля, и в виде большого количества людей. И ну, просто сложно передать, сложно это все передать, это надо видеть. Это надо видеть, это надо ездить с аксессом везде, и бары, и рестораны, и, в общем-то, и вообще красивая атмосфера вокруг, да, прекрасная атмосфера вокруг, она создает хорошее настроение, как я уже сказал, рабочую атмосферу, да, и хочется приезжать, да, когда вы видите вот такие потолки, я строитель, я обращаю внимание на строительные конструкции, и меня, например, этот потолок ну, просто восхищает, да, да, собственно говоря, и полы тоже. Поэтому я обратил на это внимание, как все сделано, с каким вкусом,
с каким, сказать, с какой любовью это все сделано. И все украсано цветами. Вот эти все фигурки, которые вы видите, оно все сделано из цветов, да? Из живых, натуральных цветов. Ну, по-моему, это просто дизайн, ну, мирового класса, и нигде подобного, я думаю, что увидеть невозможно. Я показал эту картинку из дерева, собственно, эту фигурку из дерева. Возле этого места я вообще минут 10 смеялся почему-то, когда я видел это лицо, но просто не мог остановиться от смеха, да, то есть, ну, просто невозможно было остановиться, поэтому я вам тоже показал эту картинку, потому что как раз в Лас-Вегасе День Благодарения, да, пришелся, это день осени, как бы, да, празднование осени, и вся декорация была подготовлена именно к этому Дню Благодарения, да. И, в общем-то, это все красиво, там тыквы, зелень, сельское хозяйство, березки, да, цветы, ну, очень красиво, да, очень все красиво, в тему, да, и вот наши даже, вот русские березки, кажется, березки не русские, всем они нравятся, да, все любят березки, и даже вот такая вот картина с березками, она тоже, в общем-то, вдохновляет, да, вдохновляет, все очень красиво. Хотел бы я обратить ваше внимание, поскольку я, в общем-то, подошел к тому концу того, чего я хотел сказать, я хочу обратить внимание ваше на две вещи. Первое. Весной этого года будет проведена конференция в Москве. В Москве. Понятно, что на русском языке. И все начнется с этого. Поэтому нужно, чтобы каждый пригласил на конференцию в Москву, поработать надо уже сегодня, да, 14 год надо строить уже сегодня, и нужно, чтобы как можно больше ваших людей приехало в Москву. Потому что то, что делает конференция, да, то, что делает конференция, это нельзя эту информацию получить по интернету, нельзя впечатление вы не можете передать. Те люди, которые приехали на конференцию, те 500 человек, которые приехали на конференцию в Лас-Вегас, ни один не пожалел о том, что он приехал. Когда я спрашивал у наших русскоязычных людей, которые приехали на конференцию, нравится ли конференция, не сожалеют ли, они же потратили деньги, все были просто в восторге. Но самое главное, что это было вложение в себя, этих несколько тысяч долларов, и я гарантирую, что если люди будут продолжать заниматься, и эти люди будут продолжать заниматься, то это вложение в себя, оно окупится во много-много-много раз. А для многих оно превратится просто в миллионное состояние, которое полностью изменит жизнь этих людей. На 100%. И вторая новость, которую я хочу сказать. 31 декабря 2013 года в компьютере Access Marketing произойдет компрессия. Поэтому, если кто-либо забыл 3 месяца, не платит, у него истек срок более чем 3 месяца, что он не заплатил 59,95 за годовое обслуживание, это платится за обслуживание этого человека в течение года. Человек получает информацию, продукты, зарплату и прочее, прочее. Если эти люди не продлили свой контракт, они автоматически будут компрессированы. Поэтому осталось месяц. Вы должны каждый звонить свое первое, второе, там, третье, кому вы можете сообщить, нужно лично поговорить и объяснить. И объяснить, потому что если кто-то забыл, или что-то не понял, или что-то там мозга куда-то заскочила не туда, нужно еще раз сказать, что, ребята, вы должны сделать то-то и то-то, и показать, что нужно делать. В противном случае эти люди будут компрессированы из компьютера. И самое главное, что они потеряют деньги, и вернуть это будет невозможно. Невозможно. Поэтому
Это сегодня одна из самых главных задач на 2013 год, на оставшийся месяц, декабрь. На этом я свое выступление сегодня заканчиваю. Я уложился ровно в один час, как и полагается вести нашим конференциям. Я думаю, что мы еще много будем говорить о подробно и подробно о каждом продукте, о котором я сказал. И я надеюсь, что я довел до вас мысль, что если вас не устраивает то положение или та зарплата, или те деньги, которые вы получаете на сегодняшний день, работая где-то и с кем-то, то надеюсь, вы увидите те возможности, которые сегодня можно получить с Access. Будем мы с вами работать, не будем мы с вами работать, Access все равно будет номер один в мире. Он сегодня и так номер 10, как поисковик в мире, да? Уже номер 10, как поисковик. И лучше, чтобы это было с нами, чем без нас, да? Потому что обидно будет потом, что мы через там 2-3 года будем только вспоминать. А мы были первые, а мы знали это, а мы слышали это. Поэтому, чтобы не сожалеть в будущем, да, нужно сегодня начинать готовиться, учиться и получать успех. Я думаю, что 2014 год — это не только год Олимпиады в России, я думаю, что 2014 год — это год русскоговорящих людей, которые, много которых будет, очень успешных, и которые встретятся в Лас-Вегасе, я ожидаю, будет в Лас-Вегасе только русскоязычных людей в 2014 году не менее 200 человек. И я думаю, что много мерседесов, многие въедут оттуда на мерседесе. Я думаю, что так произойдет. И мы сделаем все возможное, что мы можем сделать, чтобы это произошло. Дело не в мерседесе, а дело в принципе, да? В принципе. Мелочь, но приятно. Итак, всем вам спасибо за то, что вы сюда пришли. Я вас жду через неделю в новой комнате, Линк я вам показал. Ну, еще мы будем делать рассылки. Всем вам спасибо. До свидания. До встречи.